В Международный день защиты детей в Большом театре в Москве собралась почти 1000 юных зрителей. Благотворительный спектакль «Чиполлино» посмотрели воспитанники школы-интернатов, инвалиды и сироты, которые приехали в столицу из разных регионов России. Такие представления показали детям и в других ведущих московских театрах. Куратор праздника, общественная организация «Российский детский фонд», также пригласила ребят из стран СНГ. Многие дети там у себя дома, где они растут, в интернатах, в детских домах, не подозревают о существовании вот этой цивилизации, другой цивилизации. И вот этот спектакль, потом они пойдут еще в рестораны, в лучшие московские, будут у них экскурсии по городу, они увидят как бы новый образ жизни, позитивный образ жизни, какой-то пример, к которому можно стремиться. По официальным данным Российского детского фонда, только в России число социально незащищенных ребят уже достигает 800 тысяч человек. Из них в этом году 11 тысяч детей из 20 регионов России 1 июня смогли приехать в Москву. Побывали здесь также гости 5 зарубежных делегаций. Все дети у нас говорящие на финском языке. А вот так получается, что как бы им не хватает вот этой кусочка нашей вот родины. Поэтому мы их привозим уже второй раз и знакомим их вот с русской культурой. В России Международный день защиты детей проводится уже в 23-й раз. За это время Российский детский фонд и Большой театр сделали доброй традицией благотворительные спектакли для самых маленьких. NTD, Москва, Россия.